Так, жарю, типа в лаваш заворачиваю такую начинку. Здесь чуть-чуть твердого сыра, творог, 2 яйца, зелень и соль. Соли так богатенько, чтобы соленоватая была. Вот так лаваши порезала. Намазываю и скручиваю. Вот так вот. И все. И жарим на сухой сковороде. Сыр плавится, творог плавится. Вот, и получаются очень вкусные такие вот штучки. Сделаю больше огонь, что я пока крутила, так сильно нагрелась сковородка и уменьшила. Все, такая красота у меня жарится. Очень вкусно, прям рекомендую, попробуйте. Я вот так намазываю весь лист и потом скручиваю такими длинненькими штучками. Вот, можете по-другому. Вот так они получаются, видите, по краям они не закрыты. Вот, очень вкусно. Клёсик. Тоже хочу снять. Подожди. А что она уже не едет? А едет. Едет, но очень. У меня тут какая-то хрень происходит. На крыше долго. Хрень какая-то поехала. Шнурочек тянется, короче, с моего дома на вот тот. Полечили зубы сегодня, он очередь в магазине. Полечили зубы Артуру сегодня. Короче, поставили, сняли пломбу, положили лекарство, будет убивать нерв. Через неделю будет пломбу ставить другую. С Вероничкой сейчас в Дримтаун зашли по магазинам. Прогуляемся с дочкой. Зайду в хаос. Иду в H&M. Иду в H&M Home. Люблю очень. Не знаю, там все у нас очень дорого. Как это тут очереди нету в этот ночной магазинчик? А, еще магазины открыты, еще рано. Короче, я иду домой. Фух. Короче, Артуру получается то, что пломбу мы поставили. Пришлось снимать пломбу. Ему было очень больно почему-то. Хотя по пломбе не должно быть больно. Пришлось колоть срочно обезболивающее. Обезболивающее у нас не было, аллергопроб. Пришлось сделать пробу на руке тут же сразу на месте. И, короче, вколоть ему обезболивающее, бестезин. И снимали пломбу, снимали эту подушку там, которая была между пломбой. Положили лекарство и поставили временную пломбу ему. Вот. 20 числа ему запломбируют зуб. 18 перед этим мы пойдем к другому врачу, потому что наш врач еще будет на отдыхе. 18 это будет понедельник. Вот. И до этого времени мы не можем прийти раньше. Ну, а раньше там не получается, она все равно на отдыхе. Вот она 11 уезжает, до 11 еще как бы мы не успеем. И рано там еще получается. Короче, мы не попадаем по времени. Короче, 18 нам снимет другой врач, почистит эти каналы. Вот, а пломбу уже она поставит нам бесплатно, потому что, ну, так как это, она уже ставила пломбу. Говорит, я же не буду с вас брать деньги еще раз. Все, я пришла домой сейчас. Талинки в H&M. Ой, темно совсем. Кое-что купила. Сейчас покажу вам. Вот, все, иду домой.
всеми делами последним, еще этот зуб. Я уже не рада была. Вдруг ходил с этим зубом. Он иногда побаливал, но и ходил бы себе. А сейчас вообще не кстати вот это то, что мы сделали. Блин, никогда не лечите зубы перед отъездом. Вот. Так что у меня такие дела. Ладненько. Все. Сейчас покажу, что купила. И пойду с собакой на улицу. Что я хочу. На столе бардак. Вы уже меня... Виталина! Иди померяешь. Покажу быстро, что купила. Так, купила сено. Забирай животным. И подожди еще, зайчик. Купила корм еще. Вылезет там в коробку? Посыпай, бо кролик много ест. Так, в Еве взяла любимые ушные палочки. Кто еще не знает, они деревянные. Очень крутые. Так, взяла такую вот. Это Веронички. Это умывалка для лица. Корейская. В магазине какой-то там магазин, не знаю. Боже, это сено посыпалось. Шампунь живица я взяла свой. Мне понадобится. Да, сено рассыпалось. И взяли вот такую пасту. Travel версия. Ну, или как пробничек взяли. Я ее попробую, наверное. Если классно, еще схожу, возьму. Потому что мне надо такая маленькая. Так, в аптеке. Появился пеносол мой любимый, но только в спрее. Короче, Муколтин Форте просто рулит, супер-пупер, вещь от кашля. Но только надо рассасывать. Для меня он противный. Ну, сын рассасывает нормально. Бромгексин, супер средство от кашля взяла. Кстати, вот да, пеносол. Сейчас покажу вам, кстати, цены, кому интересно. И вот это супер средство, это если хотите, чтобы нос быстро... Ну, как бы открылись носовые проходы, если забит нос. Еще этот, блин, забыла. Синупред. Дочка пьет, забыла ей купить. Ладно, может, сейчас успею. Так, Муколтин 61 гривна. Блин, как дорого. Бромгексин. Бромгексин 27 гривен. А Муколтин 61. Смотрите. Я в шоке. Нокспрей 72 и 103 пеносол. 258 гривен на аптеку. Я вам хочу сказать, уже больше 1000, наверное, потратила. Виталинка, иди померяешь. В H&M взяла вот такой берет. Я надеюсь, он будет не огромный на Виталину. Они были по 300, по-моему, с чем-то гривен. Я взяла за 119 по скидке. У нее красненький есть, она носит его. Ей очень нравится берет. Вот, но это серый. Был еще серый, такой более гладкий, но он был какой-то с зеленцой. Мне этот больше понравился. В жизни он светлее чуть-чуть. О, смотрите, как красиво, Виталине. Боже, какая ты красивая в берете. И Гафре сегодня, видите, делали ей красиво. Красиво. Да? Да. И серый, он под все подойдет тебе. Сюда, буду ходить. Да, не хочу снимать, но там бардак в комнате. Школу классно, очень тебе красиво. Буду можно шапку. Даже делать хвост или что-то там и оставлять пару прядей с гофре. Да. Так как не разрешают полностью. Не, ну раз почему не разрешают. Я иду с собакой. Да. Так, бегу из школы. Так, Нику сейчас завожу. Быстро кушаю. Мне надо сегодня успеть... Столько дел сделать. Миллион просто дел. Вот. Еще лифт уехал. Уже из первого этажа уехал. Кому, кто утром мог уехать с первого этажа, кроме меня? Ужас. Так. Короче, завела Виталинку. Сейчас мне нужно бежать в Ашан, купить бумагу ей. Для упаковки подарков. Потому что я сказала, что подарки были упакованы. Вот. Поэтому я сейчас побегу в Ашан. Мне сегодня надо сделать каким-то образом педикюр. Не знаю, как я его успею сделать. Короче, что вам сказать? Вся в бегах, второй день, я не знаю. Мне главное сейчас позавтракать, потому что я не знаю, когда я буду обедать. Ну, я буду обедать, потому что мне Виталину со школы забирать, но тем не менее. Вот, я вообще просто...
просто такая, на одной ноге, одна нога там, одна тут дома. Беспорядок полнейший. Сколько надо сделать, вы не представляете. Короче, буду пытаться все делать быстренько. Бегу на Петровку. Просто бегу. Не то, что иду, а бегу. Как гончая. Гончая мать. Бегу. Так, за бумагой бегу. Упаковочная для подарков. И короче, сейчас попытаюсь прыгнуть на 30-ку. Еду на Петровку, все-таки поближе к Ашану. Вот. Блин, не могу документы Виталины не найти. Уже вся разнервничалась. Так, бегу окольными путями. Понимаете, для таких, как мы, сделали вот тут лестницу. Вот, чтобы нормально спускаться. Но нет, мы же привыкли здесь, как всегда, по накатанному пути. Вон, видите, лестницу сделали у нас новую. Ну, хотя, я считаю, вот эти дорожки, которые протоптанные, вот оно же видно, что тут дорожка. И как бы они вот там вот положили, видите, где люди идут, дорогу. Она получается сделана, то есть обходить надо очень далеко. До лестницы, чтобы перейти на ту сторону, вот тут по прямой дорожка. Положили бы здесь еще брусчатку эту. Нет, они по кругу положили. Все равно большая часть людей ходит сюда. Потому что так быстрее. Вот смотрите, сразу я раз и выхожу вот сюда. Вот. Та дорожка тоже ведет, но оно же обойти надо аж вот там вот, понад краем, получается, озеро. Такой запах приятный возле озера, воды, ивы. Все, такой специфически приятный. Мужчин вокруг озера, такие с сумками, типа на работу пошли. Короче, мы, я думаю, что это мужья, которые сказали, что пошли на работу и пошли на озеро, сидят в телефонах, что видно реально с бутербродами, с судочками. Ох, тут тянучка, стоит ли мне идти? Ладно, пойду. Пойду на остановку, на 30-ке подъеду. Растерянная полностью. Зашла в троллейбус, карту Киянина не нашла. Думала, потеряла. Пришлось выйти на остановку раньше, потому что побоялась, что зайдут контролеры. Уже дошла до Ашана, полезла в сумку, нашла карту Киянина. У нас в Киеве теперь нельзя купить талончики в транспорте. Ни у водителя, ни у кондуктора. Нету кондукторов вообще. Нужен или проездной, или документ, по которому ты ездишь. Либо же оплачивать через интернет, через специальную программу. А я через нее еще ни разу не оплачивала. Поэтому как-то так. Короче, карту Киянина нашла. Приду домой, надо найти детские документы срочно. Так, беру в Ашане тележку. Побежала за упаковочной бумагой. Надеюсь, ничего больше не наберу лишнего. Поехали.
как не придешь домой, так стол вечно в крошках. Никто стол не вытирает, только я. Это не мед? Конечно же, мед. Я в него влезла. Сейчас уберу, продолжим. Так, особо ничего не изменилось. Ну ладно. Так, купила две бумаги. Такая длинная одна оказалась. Торчала, как палка мне мешала. Вот такую с совушками взяла. И вот такую вот с этими единорожками. Вот. 15 и 16 гривен. Смотрите, вот, вот чуть-чуть длиннее. Блин, просто еле донесла ее. Куртку снимала, жарко было. Вообще жара на улице. Так, карамель. Вот такой взяла воск для эпиляции. А, это рук написано. Ну, короче, неважно, для какой, для чего написано. Он был самый дешевый. Беру всегда самый дешевый. Мне нужно кое-куда. Кое для чего. Не скажу. Вот такие небольшие, они удобные. До этого я брала зеленый, у меня был, но они были длинные. Мы их резали пополам. Вот. 45 гривен. Сказала нет в Ашане. Гладкость до 4 недель, брехня. Через несколько дней уже все отрастает. Это виталинки. В Ашане дешевые куры. Я вам там показывала. Вот, чуть не лоханулась, там не взяла за дорогую. Это по 39,95. Одна там была по 60 гривен. Почему-то валялась, не знаю. То ли другая, то ли это же, но цена не поменена. Короче, такие куры я бы больше взяла. Я кину, наверное, в заморозку. Если одну не использую, кину в заморозку. Вот. Две взяла. Приедем, потом понадобится. Да. Вот. Дальше. Вот такие взяла оливки. Это, по-моему, Турция, если не ошибаюсь. Не могу увидеть. Ника, перестань. Кто делает? Непонятно. По-моему, там где турецкие продукты стояли. Да, Турция. Такие фаршированные перцы. Не знаю, каким перцем, острым или не острым. 30 гривен стоили. Вроде такая неплохая пачечка взяла. Мы любим оливки очень сильно. Дальше взяла вот такой маленький гель для душа. Не знаю, понадобится или нет. Может, другой мне понадобится. Может, я свой заберу. Но вот этот взяла на всякий случай. Нет, значит, дома используем. 13 гривен. Цитрусовый. Ну, такой более или менее запах. Но я думаю, что он не очень по качеству. Виталинки шарики на день рождения. Свечку. Две свечки. 10 лет виталинки будет. И такой... маленький пакетик, это там для одной игрушечки. И все, все покупки такие вот небольшие из Ашана. Сейчас побегу за Виталинкой в школу, хочу покушать быстренько. Вот, короче, планы, надо срочно сделать на ногах педикюр. Вероника мне будет, наверное, завтра делать маникюр. Надо перед этим почистить ногти. Наверное, сегодня вечером это сделаю. Надеюсь, без порезов. Потому что хочу обрезной сделать. Так, на улице вот такая вот погода у нас. В тени 14 градусов. На солнце, наверное, все 18. Но это теневая сторона у нас. Все, сейчас что-то перекушу и побегу за Виталиночкой. Надо или сейчас подарки запакую частично хотя бы. Короче, не знаю, планы, просто аж голова лопается от них. Кошка сбежала у соседей. Сейчас. Так, короче, спасение кота прошло на ура, оказался кот. А я проверяю, ничего не могу найти под хвостом. Смотрим, все как у Пумы. Артур вышел, говорит, кот на подъезде. Мы вышли, сидит. Похож на нашу Пуму, только огромную. Что-то подумали, что кошку. Я под хвостом полазила, ничего не нашла. Если бы кот, то классно было бы. Я бы завела бы домой бы. Ну, чтобы он нам котят сделал.
Судя по тому, как на него кинулась кошка, кстати, он забегал сразу. Артур, это ты ходишь? Нет, кошка. Забежал сразу к нам домой, понюхал кошачий лоток. Ника, кстати, с ним понюхалась. Он собаку не боится. Вот, короче, написала я в группу подъезда нашего. Оказалось, соседка ответила, с первого этажа аж кот. Вот. Ну и мы отнесли его. А там мальчик один дома, он не открывал дверь, пока мама ему позвонила. Короче говоря, они его уже сутки ищут, пропал. Оказывается, это кот, он кастрированный. Испортили кота. Это? Да. Моя ты курочка, где ты нашла? Там под аквариумом, под книжкой, под моя ты золотая там девочка. Туда... Боже, без тебя я ничего найти не могу. Ложи на комоде. Надо, документы нашла Виталинка. Вот. Сынок, ты кушать хочешь? Спрашиваю. Так, короче, не помню, что говорила. Чуть тише сделай. Короче, занесла соседке кота. Оказался он кастрированный. Испортили красивого кота. Были бы дети как раз нам подходящие. Серый, красивый. Как пума, ты что, жена? Да. Я так понимаю, что это прямо ухий британец был у них. А может и как у нас. Ой, я что-то показала не то, что надо. Так, я сейчас буду пить чай. Виталинка будет обедать. А я буду пить чай вот такой вот. Сейчас покажу вам. Ну, кто давно меня смотрит, тот знает. Вот такой вот. Тут я так сушила все по чуть-чуть и складывала слоями. Я не смешивала. Хотя можно сейчас вот так поломать и получится такой сбор. Короче, я заварила себе чай. Я чуть-чуть Артуру отлила. Вот сейчас налью себе. Буду пить чай с медом. Вот. Вот так вот мне захотелось. Здесь заварила у меня мята, листья вишни, зверобой там, шишки сосны, крапива, листья смородины. Короче, еще тут много чего, я уже не помню чего. Короче, заварила. О, это, кстати, похож на апельсиновый. Бери. Он вкусный. Талинка чуть-чуть попросила. И хочет кушать, да. Поэтому так вот. А я буду чаек пить. Сейчас, наверное, себе еще долью чуть-чуть кипятка, потому что отлила Артуру, мне маловато будет. Да и заварка такая густая, ну, насыщенная. Так что будем сейчас балдеть. А Виталинка мультик включила, да, на iPad. Это не мультики, это отрывки. Это кидалась на кота. Ника нормально восприняла, и кот не боялся. А кошка сразу шипеть. Пума, тебе не стыдно? Она теперь руки не дает. Ай-яй-яй, что, мне дает? Укусить. Да? Да. Скажи, потому что я кастрированных не люблю.